Задубел, походу, рано пригнался. Мы их вот час назад выгнали тут. Какой час меньше? Что говорит? Выгоняйте. Что за лошади? Они не направо, налево, в деревню ушли вообще. Нет, это который покрыл. Кто покрыл? Два. Два года это вот который, это Майя. Ногу порвали. Домой там шматок отрезал. А это кто у нас? Подожди, вот это же тоже двухлетка, смотря на какая мелкая. Еще не одна. Это Марта. Эй, ты что так криво стоишь? Мода. А нет, оказывается, мышцы. Минус 30. Во. И полторашка. Ты кто у нас? Стрелка, что ли, ты? Лошади сегодня не захотели пастись. Мне кажется, она не жрёбы. Чё-то пузырана вообще нет. Чё-то они отдельно начали ходить с своей подружкой. Опять? Ну, в тот день я в табуне, когда видео снимал, я её нашёл, Карина, её подружку. Она пониже, пошире. Да-да-да. Они же вместе ходили всегда. А? Вот ее, этот, вторая такая же. Видишь, 2,5, но она низенькая. Или на фоне взрослых кобыл. А нет, это полторашка. Это полторашка. Лазурь. Вот полторашка. Вот полторашка, вот полторашка. Долина. Ё-моё, дубак. А? Одна поцарапала ногу. Ага. Тоже у нее, смотри, припухло. Хромает она, кстати.
странным образом телефон этот не умирает. Вот 2,5. Матрешка. Вот она высокая. Полторашка. Эй, бегемотиха. Там вон напали на сено. Вот полторашка. Полина. Смотри-ка, вот эта полторашка жрёбая, что ли? Как? Вот это, гнедая. Вот. А? Сейчас я вам покажу, её крыло жрёт. Походу, она жрёбая, смотри. Да, да она? Все-таки у нас указ покрыл одну кобылку. Но она такая не мелкая, кстати. Во, матрешка 2,5. Смотри, вот она, какая огромная. Высокая девочка. Эй, как ты будешь рожать-то? А? Засранка ты. Полторашка стоит. Смотри, вот это перевозка или... Да. Там же еще что-то есть. Перевозка. Починки. Починковская. Кто она? Починки. Починки? Да. А у перевозки какой клеймо? У перевозки нету. Или у кого есть ПО? У кого-то есть ПО, у кого-то только погода на отлично. У нас их две. Хоть и минус 30, солнце светит, лошадки греются. Что-то она вообще мелкая стала. Мышкина мама? Аврора. 3,5 ей уже. Налипают. Нет, налипает у них. Бывает такой холод на каблуках. На лабутенах. На Аврора, ты что, не растешь-то? А? Эй. С челкой у нее проблем были. А, все нормально уже. Короче, она себя скальп снимала. Ты смотри, полторашки, как она размером. А? Ты что, не растешь? Ох ты, орел сидит, смотри какой! Огромный! Обалдеть! Обалдеть! Прикольно. Первый раз вижу так близко здесь у нас. Тем более таких размеров.
Зорро. Ты охраняешь, да? Чтобы ни одна овца не вышла. Так, что мы делаем, Саш? Кровь берем и? Сибирскую язву. Не поздновато? Конец декабря. А? Самый раз. Так, остались 3 штуки. Щитов нет. Щиты, без щитов вообще. Эх ты, кашу не ел, что ли? Булды? Булды. А где-то я смотрю, этот в ляжку колет, да? Да, можно в ляжку, можно в шею. Так, бирки ставим. Мы какие? С QR-кодом уже, да? Новые требования. А Ема, Саша. Короче, они у вас перепрыгнут по-любому. Нам их принять надо будет. Кирилл, давай быстрее. Быстрее, за шею его. Шею положи, пока шея лежит, он никуда не денется. Иду мне, скажи, живой. Еще до Самары. Пошел, здоров. Тут голова больше твоей головы. А как же я его на копыту поставлю? У меня сейчас унесет наверх. Ну куда наверх? Пока не попробуешь, не убьешь. Так, вот у него тоже копыта, кстати. Подстригать надо будет. Эх, только не вставай, я приеду. Тут мне в руку только я тебе колись. Сейчас тебе из руки возьмем. Панирус можешь убрать руку? Ну что-то пупец. Сколько интересно в нем веса? 111 килограмм был он без зерна. Сейчас он на зерне сидит всю зиму. С осени. Когда мы его осенью привезли? Вроде баран, а что вонючий козел? Че, вонючий? Угу. Помыть надо, значит? Шампунь. В баню. Строй баню. Да, выход... баня есть, выходные топить будешь? Заводишь ты. Ладно, уже сиди. Все, Кирюха, короче, закопался. Ага. Короче, все равно, если овец держать будем, надо этот такой раскольчик для них тоже готовить. Чтобы загон. Вот. А? Не нужен, загон, не раскол. Загон? Ну, загони вот так вот квадратный. А, в угол-то? Всех, а? В угол? Да. Всех, ну, вот я говорю, тогда эти решетки надо варить. Ай, варить, хотя бы из досок схватить. Ну-ка, на ухе что написано? А, не видно уже. Эй, баранище. Сейчас он пойдет разбираться. Ага, смотри, обнюхивает. Смотри, в лоб даст сейчас. Не жахнул меня. Где коробка? Ну, курдюк, у тебя, конечно, братан, мощный. Ну-ка, руку приложи-ка, ну, курдюк, руку. Ну, курдюк. Да-да, этот, не дразни.
Да, по башке даст. Да, да. Вон тот. Кто-то из них буянил, блядь. Ну вот он такой. Это кратконогие, широкие. Вот этому больше года. Пошли девочки на прогулку. Снега еще мало. Добрый день. Сегодня у нас 19 декабря. Морозы прошли. И со вчерашнего дня у нас 0 градусов. На прогулку не хотят. Вот так же весь день спокойно. Снег копать не хотят. Это точно не жрёбы. Та вон жрёбы.